оборона. Слева Гау 15-й, в центре Попов 24-й, 21-й Белоруков, капитан команды. Справа Черенчик 3-й, полузащитники. Волкова, Мейцев, 13-й Наваковит, 10-й Топчу, 7-й и один ярко выраженный форвард Стевица Ристич, 99-й номер, главный тренер Анкара Рашид Рахимов. Штрафной удар будут бить сейчас хозяева поля. Буделин убирает руки за спину, не дай бог, мяч попадет. Подача Пеева и удар ворота! Гол! Гол! Пермь выходит вперед! Топчу! Топчу! Подача! Мяч долго летел. Защитники провожали изумленными взглядами этот мяч. И смотрели, как Топчу исполняет. Вот смотрите, Пеев подает, все смотрят. И удар Топчу. Браво, браво. Там даже такое ощущение, что и Савин-то попал под этот удар. Тут, может быть, гол может быть записан на Савина. Ой-ой-ой, да. Гол записан должен быть на Савина. Это автогол, на мой взгляд. Не знаю, как будет решено. Во всяком случае, Савин оказался не на том месте и не в то время. Но отметим Топчу, который, смотрите, как здорово сложился и пробил. И опять вопросы к обороне. Вы скажете, футбольный матч, ну как же так, без ошибок ведь не бывает. Ошибки-то разные. Ошибки разные. Вот что гол был имени Лобоса, на мой взгляд. Что гол, когда забивал Савин, сравнивал счет на 45-й минуте.